проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 996, третий том. Когда родной брат поднимает руку на мать, как поступить второму брату, верующему? Ответ Игнатия Лапкина. Согласно этой записке, уже предстоит не менее 10 версий. Верующая ли мать? Она ли воспитывала сына драчуна? Старше ли вы этого брата и сильнее ли физически? Почему не вмешались раньше? От страха быть побитым или от того, что верующие и боитесь нарушить заповедь Божию? Почему мать не обращается в милицию? И не сделали этого вы? Если будет суд, то не будет ли мать защищать бьющего ее на суде? Если другие дети вам в помощь в семье, где отец? Молились ли вы о прекращении этого беззакония? Бьет ее пьяный или трезвый? Я не просто задаю праздные вопросы, но они помогают принять правильное решение. Если бы такое случилось у чеченца, то 10-летний мальчишка зарезал бы старшего, бьющего мать, и его бы никто не осудил. Разрешите поставленные вопросы, и тогда придите, и вместе все обдумаем, и пригласите мать, а если можно, то и брата. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.